Hi, привет. Let's talk about English. Давайте поговорим об английском, да? And to be more exact, и быть более точным, about the popularity of this language, о популярности этого языка, about trends, about different trends, which we see in learning English, о различных трендах, да, тенденциях, tendencies, which we see in learning English, которые мы видим в изучении, при изучении английского, and other languages, и других языках. I'd like to show you, я хотел показать вам three main trends, да, три основных тренда, тенденция, ну, также еще будет четвертая, как дополнение. Okay, so let's focus on it. Давайте сфокусируемся над этом. So, first, popularity of English is growing. Популярность английского растет, да? Хотя, может быть, многие думают, что это устарело, что уже не нужно. Ничего подобного. Английский сейчас нужен практически везде. Как говорится в комментарии, especially in a globalized world, да? Especially in a globalized world, it's a great advantage, да? Особенно, можно сказать, в глобализированном мире. Это когда глобализация – это огромное преимущество. То есть, в принципе, мы имеем доступ к ресурсам всех стран, всех континентов. Можем общаться с другими людьми. We can speak with people who live very far from us, которые живут очень далеко от нас, in America, in the UK, в Соединенных Штатах, в Великобритании, in Australia, в Австралии, in Mexico, в Мексике, and so on, и так далее. So there are no barriers for communication. Нет барьеров для коммуникации. И, конечно, если кто-то не владеет языком, if someone can't speak English well, of course, it's often a problem. Это часто проблема. Поэтому это очень важно. Далее, the second tendency, вторая тенденция. Many people start thinking it's normal when you know more than just one foreign language, да? Многие люди начинают думать, что это нормально, когда вы знаете больше, чем один язык. Но на самом деле раньше, да, все, английский, да, or you know English, that's great. Ну, конечно, сейчас тоже не так много людей, может быть, знают английский, но все больше, да, людей знают more and more people are learning the second foreign language or the third foreign language, второй или третий, да, и вы знаете, сейчас в школах и в университетах также есть и по два языка в некоторых. Это нормально, то есть сейчас уже никого удивишь. No one will be surprised by your words. Никто не удивится вашим словам. I know English, я знаю английский. Okay, no, everyone knows it. Каждый знает. Oh, many people know it. Ну, конечно, вопрос на каком уровне, но тем не менее. И далее, смотрите. Popularity of Chinese is growing, да. Растет популярность китайского языка. И it's also connected with Chinese rapidly developing economy. Это также связано с китайской, быстро развивающейся китайской экономикой, да. То есть все сейчас, многие сейчас начали изучать китайский, в том числе я, у меня есть опыт изучения китайского, в принципе, достаточно успешный, просто потом времени не стало и прекратил занятия, но до уровня ниже среднего я дошел, в принципе, достаточно в короткий срок. So, it's easy, как говорится на китайском, hen ron yi, это легко, hen это very, а ron yi это easy, it's very easy. Ну, может быть, не так легко, да, как кажется, not so easy, но, тем не менее, это тенденция, да. И последнее очень важное, что мы везде наблюдаем, in all languages, in education, в образовательной сфере, in educational sphere, distance learning, дистанционное обучение. Ну, действительно, сейчас столько ресурсов, это видео, да, видео онлайн, видео lessons онлайн, видео уроки онлайн, тесты онлайн, simple resources, простые ресурсы, grammar resources, грамматические ресурсы по грамматике, it's so on, Skype teachers, да, то есть учителя по Skype и так далее. То есть, в принципе, можно много сделать дистанционно. Не обязательно ходить и тратить время. So, really, that's great, это прекрасно, and we are using it. И мы это используем. So, well done. Okay, see you soon, bye.